Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала. Представляем вашему вниманию японский мини-трактор Исеки ТА-250. Двигатель трехцилиндровый, жидкостного охлаждения, дизель. Трактор комплектуется почвенной фрезой. Ширина захвата 1,50 м. Навеска у него стандартная, трехточечная, вал отбора мощности. Также имеется цилиндр автогоризонта. С левой стороны расположена педаль сцепления, рычаг реверса, переключение вперед-назад, переключатели поворотов, света, сигнал. Возле сиденья расположен рычаг переключения режима в коробке, повышенный, пониженный, средний. И рычажок включения переднего моста. Снизу расположен рычаг включения вала отбора мощности 4 скорости, кран на заднюю навеску, педалька, принудительная блокировка заднего дифференциала. Сейчас с другой стороны подойдем, посмотрим управление там. Здесь расположен основной рычаг переключения коробки, управление задней навеской, поднять, опустить, и рычажок управления глубины вспашки. Также на крыле еще имеется управление автогоризонтом. Автоматически, вручную, более тонкая настройка. Трактора наработка 570 моточасов. Также еще у трактора имеется козырек солнцезащитный. Сейчас получше покажу его. Вот такой у нас имеется трактор. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.